Всем привет! Сегодня у нас 16 июня. Начинает поспевать такой сорт черешни дачница. Я ее еще не пробовал. Не знаю, что, как. Детвора пощипала чуть-чуть. То есть получается первоподношение саженцу в третий год от посадки. Вот она, маленький. Вот она уже как завязала. Хорошо. То есть я так понимаю, что опылитель ему не нужен. Вяжется отлично. Прям гроны. Все, что свело, все и завязалось. Очень красивая. Внизу тут чуть-чуть. Ну, она тут мало и свело. Ну, черешенки висят. Красивые черешни такие. Чисто желтого цвета. Красивые. Надо попробовать, что на вкус хоть. Сейчас собьем покрупнее. Вкус хороший. Сладкая, мясистая. Хороший вкус. Получается она средне-ранняя. Туда к средним сортам черешни. Легенда Млиева у меня уже отошла. Мы уже поели. Там завязалась мало, ее не снимал. Может, в следующем году завяжется хорошо, потому что опыляется не сильно. Ну, черешня очень крупная была. Плоды самые большие были, до 14 грамм. Это дачница. Я желтый сорт себе хотел, черешню. Раньше у нас росла, еще маленький был. Драгана желтая. Но она чуть с горчинкой и размер у нее чуть поменьше. Мне она не сильно нравилась. Но это хорошая. Как красная черешня на вкус. Хорошая. Сладенькая. Хорошая. Я думаю, перспектива у нее есть, что она так опыляется. Не знаю, как она при перевозке. Так, конечно, красивая. Сейчас она сважит, сейчас сорву. Сважу ее, посмотрю, какая она. Так, сорвал черешню чуть-чуть. Сейчас надо посмотреть, какой у нее вес. Так, весы. Ага, весы я включаю. Посмотреть, какой вес, какая косточка. 8 грамм. До 10 не дотягивает. Ну, тоже не мелкая, 8 грамм. По 6 грамм чешу. Ай-яй-яй-яй. 7-8 грамм. 7-8 грамм. Вот какая она красивая. Такая желтая-желтая. Красивая. Сейчас посмотрим, какая она сочная или нет. Кусочка такая не маленькая. Сочная тоже. Сочная черешня. Видно, капает. Ну, кусочка. Кусочка вот такая. Ну, крупнее все равно, чем вишни. Тоже меньше 1 грамма. Чуть-чуть черви ее подбили. Да не ее, а все черешни. Чуть-чуть упустил я момент обработки, чтобы червей не было. Хорошая. Хорошая черешня. Кому сорт интересный, понравился, звоните. Есть черенки в небольшом количестве на продажу. То есть, кто хочет себе прибить этот сорт где-то в крону или в дикую вишню, можете звонить. Могу помочь продать. Так что, ну, так в целом сорт хороший. Есть, понятно, что намного вкуснее, крупнее сорта. Ну, для желтой черешни мне понравился. Мне понравился сорт. Хороший. Посмотрим, как она себя будет дальше вести. Я же говорю, это деревцо маленькое. Сейчас покажу. Вот оно. Вот. Маленькое деревцо. Но уже дало черешенки. На пробу. Сигнальные. Так что всем спасибо за просмотр.
Всем пока.